Приветствую всех членов Священного Синода и Высшего Церковного Совета на ставшем уже для нас традиционном совместном заседании в конце года. У нас есть такая возможность сегодня услышать сообщение о деятельности всех синодальных учреждений, обсудить все то, что необходимо обсудить, и, может быть, поговорить и о будущем, в контексте осмысления отчетов о нашей деятельности в предстоящем году. Повестка дня достаточно обширная, и поэтому я предложил бы вначале определиться с регламентом